Я обычно использую вот эти акварельные карандаши. Они очень хорошие. И мне очень нравится вот эта марка. И обычно я использую Faber-Castell в те моменты, когда я рисую пастелью. Но вот Winsor & Newton мне нравится использовать именно для акварели. Очень хорошие карандаши. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent, and you deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin. Cause we're still sleeping in my head. I don't care about you and him. Сегодня я буду рисовать работу акварелью. Я рисую на такой пластиковой панели. Эта панель можно купить в обычном канцелярском магазине. Она идет для резки каких-то бумажных изделий или лепки. Но я ее использую так, потому что мне нравится угол наклона, который получается. И мне удобно так рисовать. У меня есть несколько наборов акварели. Также я часто использую вот такую акварельную тушь. Мне очень нравится, она создает такие яркие цвета. Потом одна из моих самых-самых любимых, уже даже видно, что она такая старенькая, это Winsor & Newton, маленький набор акварели. И я его использую очень часто. Ходовые оттенки, это красный и вот этот цвет охры. Я обычно их смешиваю для того, чтобы показать тон кожи. А остальные, некоторые под черным, тоже ходовой, я докупала отдельно и вставляла уже в кюветах сюда. Также у меня есть вот такой набор. Я все хочу попробовать вот эти акварель, вот эту акварель в тюбиках, но руки никак не доходят, но надо обязательно, наверное, снять отдельное видео и ее протестировать, хотя бы небольшое. И вот эти два цвета можно смешивать, и получается очень красивый оттенок кожи. Вот именно акварель вот в таких тюбиках мне очень нравится. Но мне не нужно много цветов, потому что я обычно какую-то одежду показываю именно вот такими чернилами яркими. А тон кожи я как раз вот это ходовые самые цвета, которые я использую для отображения тона кожи. Еще у меня есть один набор, это Невская палитра. Я тоже его использую достаточно часто, но здесь ходовые оттенки, это в основном черные оттенки с синеватым. Мне очень нравится черный цвет с синеватым оттенком. Иногда я использую черный с коричневым оттенком. И иногда я использую вот такой коричневый оттенок для теневых участков на коже. Для воды я использую вот такие простые стаканы. Я их купила в обычном магазине. Мне очень нравится, что они прозрачные, потому что пластиковые, они все равно пластиковые стаканчики, которые можно купить в канцелярском магазине, все равно пластик становится каким-то таким матовым, и через него плохо видно воду. А мне нравится, когда все очень прозрачно и красиво видно. Я всегда смеюсь, когда я видео смотрю, как я выбираю кисти, потому что на самом деле я все время выбираю так много кистей, но рисую я, для рисования я использую всего, может быть, максимум 4 кисти. Я помню, было время, когда у меня был такой период, я думаю, у каждого художника, иллюстратора тоже есть такой период, когда ты скупаешь множество материала, тебе все хочется попробовать традиционными материалами. И я еще застала этот период, когда это было еще более популярно. Я очень много скупала кистей. Просто даже некоторые, может быть, даже не использовала из них. Но вот, опять же, наверное, из хороших марок, которые я могу посоветовать, которыми я пользуюсь, это Winsor & Newton. И вот именно вот этой серии, ну вот она так и называется, Cotman серия. Вот, у меня есть разные кисти. И я тоже ими пользуюсь часто для создания иллюстраций. Я, кстати, очень люблю слушать музыку, когда я рисую. Наверное, ухожу в какую-то такую медитацию, когда рисую, потому что время, когда я рисую, пролетает очень незаметно. Я даже не замечаю, как может пройти там пару часов буквально. Я также буду использовать вот эту кисть.
тоже очень хорошая кисть. В качестве палитры я использую вот эту бумагу. Я ее брала для того, чтобы распечатывать постеры. И, кстати, на ней очень хорошо получается распечатывать постеры. Она очень плотная. Но, как я уже говорила, я люблю рисовать на вот такой белоснежной бумаге, потому что при сканировании получается очень хороший презентабельный вид иллюстрации. Это тоже марка Фабриана. Это марка, которую я использую. Я покупаю пастельную бумагу именно марки Фабриана и также покупала бумагу акварельную марки Фабриана. Хочу сказать, что она очень хорошая. Для палитры я буду использовать бумагу этого же качества, потому что я буду сразу видеть, какой оттенок получается. There's a new part of me, part I want you to see. You haven't seen the best of me, I know. You can try to fool yourself, like you love somebody else. But you and him will never feel the way we do. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we know. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin. Cause we're still sleeping in my head. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin. Remember when you said we'd stay together now until forever? Just us Said we wouldn't be like all the others. Fight and hurt each other. Not us, not us. But we let each other down, 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 down. Yeah, we let each other down, 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 down. But we let each other down, 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 down. Yeah, we let each other down. Let love rule, not be us, not us, not us.